Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне SOES S10 войти в Boot Mode. Для этого выключаем наш телефон. Когда он выключился, зажимаем и держим клавишу питания и клавишу громкости вверх. Давайте возьмем так, чтобы вам было видно. Попадаем в Boot Mode. Это, собственно, и есть Boot Mode. Здесь передвигаемся с помощью клавиши громкости вверх. И с помощью клавиши громкости вниз выбираем. Можем войти первый Recovery Mode, второй Fast Boot Mode, либо же третий Normal Boot. Чтобы вернуться к нормальному пользованию телефоном, выбираем Normal Boot и нажимаем клавишу громкости вниз. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!